Деревня «Белая пашня» – это 400 лет истории, 85 гектаров территории, 150 домовладений и люди. И сегодня в населенном пункте многие семьи – потомки белопашенцев, живших на этой земле столетия назад. Сами жители называют свою деревню затерянной во времени и пространстве. И сегодня мы узнаем, почему. Деревня Белая Пашня расположена на левом берегу реки Яйва, примерно в 40-50 километрах дороги от Березняков. Самое раннее упоминание о ней, как «починке Беляеве», принадлежащем графу Строганову, встречается в Песцовой книге Кайсарова за 1623-24 годы. Однако первые легенды, связанные с появлением на этой территории людей, относятся еще ко временам похода Ермака на Сибирь. И эти предания передаются белопашенцами из поколения в поколение. Существует легенда, что Ермак, когда покорял Сибирь, он стоял в Орле-городке и решил подняться вот по Яйве, по верхней. И тут у нас прекрасный живописный берег, и он оставил тут дозор. Оставил 4 мужиков, это получается богатырь, он был такой мощный мужик. Вот. Потом Черноус, ну, видимо, он был какой-то, как описывается, юморной, там веселый, с черными бровями. Потом третий мужик, это был там красивый, кудрявый лебедь. И четвертый мужик был пузатый, это был Брюхан. Ну и, собственно, вот от этого легенда и образовалась, и все наши фамилии. Рассказывал эту легенду дедушка Богатырев Данил Арманович. И правда, если заглянуть в метрические книги этой деревни, например, за начало 19 века, мы увидим десятки Богатыревых, записанных и через О, и через А, Брюхановых, Лебедевых и Черноусовых. Сама же деревня уже с 18 века носила именно привычное нам название «Белая пашня». Так она записана, например, в переписи 1722 года «Вотчин баронов Строгановых в границах провинции Соль-Камской». Ну а появилось такое название, как вы понимаете, тоже не случайно. Вот это у меня в огороде, они просто вылазят, и мы их туда выходим. Вот пашешь... Ну, как уже, мотоблоком. И вот они, ну, это уже я большой камень его туда вытащил. А так их вот, таких вот небольших, их они вылазят. Тут такая земля, полметра плодородного срубля, ну, вот с этими, с камнями, ну, вот так. А дальше, ну, метр еще, может быть. Дальше чуть-чуть песка, и пошел скала сплошная. Однако и тут не обошлось без легенды. Считается, что давая своей деревне такое название, предки говорили не только про известняк, что поднимается из земли во время вспашки, но и имели в виду состояние чистоты и святости этого места. Буквально с первых десятилетий существования населенного пункта покровителем этой земли был выбран великомученик Георгий Победоносец. Первые упоминания о часовне в честь этого святого в деревне отмечены более 385 лет назад. И построена она была при содействии графа Строганова. Деревянная святыня простояла до 50-х годов прошлого века, но потом погибла в пожаре. По иронии судьбы, в тот момент в здании располагалась пожарная служба. Это вот Георгий Победоносец у нас. А это уже восстановленная на историческом месте часовня, освященная в честь Георгия Победоносца. Всем миром ее белопашенцы строят при поддержке предприятий и организаций с 2009-го. В этом году планируют сделать крыльцо, занимаются утеплением здания. Вообще, облик Белой Пашни, конечно, сильно изменился даже за последнее столетие. Сегодня здесь вы найдете всего пару-тройку старинных зданий в своем исконном виде. Вот, например, дом на улице Заречной. Хозяева говорят, одной из его частей – зимней – более 200 лет. Кстати, такой тип домов, состоявших из двух частей – зимней с печкой и летней без нее – был вообще характерен для этой деревни. И вот на нашем месте тоже стоял у дедушки, бабушки такой же дом. Вот здесь земля наших предков. Здесь дедушка Данила и бабушка Дарья жили. Дедушка Данила у нас участник русско-японской войны. Вот. Когда его забирали на фронт,
стояла Дашка такая перед ним, маленькая, и он ей сказал, 10-летняя, он ее на 10 лет был старше, Дашка, я ухожу на 25 лет, раньше так забирали, но ты меня смотри, дождись. Вот. Но так получилось, что дед попал в плен, долго был в плену, у него началась цинга, и он... Как ему дали верительную грамоту, да? Ну, когда его освободили, он пешком с Дальнего Востока шел до Белой Пашни. Дарья дождалась своего Данила, они сыграли свадьбу и прожили рука об руку до глубокой старости, родив и воспитав 4 детей. После цинги у Данила Романовича выпали все зубы, и его супруга всю жизнь пережевывала для него пищу, словно для младенца. Вот такие теплые и трогательные истории можно встретить в деревнях русской глубинки. Вот это мой учитель Василий Иванович Дичков. Вот здесь он на фронте. А так у него орденов, как вот у Шарапова, место встречи изменить нельзя. Замечательный был человек. А это современные жители Белой Пашни по сей день добрым словом вспоминают уже зятя Дарьи и Данилы Богатыревых. Василий Иванович Дьячков приехал в эту деревню в 1936 году по распределению после окончания Соликамского педагогического училища. Здесь познакомился и взял в жены девушку Машу, а затем стал сначала любимыми всеми учителем, а потом и директором местной школы. Именно благодаря ему в деревне были построены первые здания начальной, а затем и 8-летней школы. Но это было после. А сначала... Была страшная Великая Отечественная война, куда ушли практически все мужчины деревни и откуда в каждый третий дом пришла похоронка. В военные годы в Белой Пашне работала промартель, где трудились женщины, старики и дети. Трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы». И вот нашей маме было 20 лет, ее назначили этим начальником промартели. Они выращивали для фронта овощи, вязали варежки, выращивали табак, делали приклады для винтовок. И в округе были вырублены все липы, они плели канаты для кораблей. Вот. Говорят, на всю деревню прям были специальные станки, растягивали эти канаты. Несмотря на сложные времена, люди в деревне жили сообща. В часовне показывали военные фильмы, ставили спектакли про войну. В то время в Белой Пашне еще не существовало даже клуба. Он появился гораздо позже, в середине 50-х. И его заведующим сразу стала женщина, мама современной жительницы деревни Надежды Лопатиной. Деревня наша, она не одна деревня, она состояла как бы из двух частей. Сама деревня и немецкий участок. Вот тут вот, когда вы проезжаете по дороге, есть лог. Мы зовем этот лог Базанихой. И вот эта Базаниха, она как бы разделяла и деревню, и вот это немецкий участок. Когда папа умер, мне было всего лишь 6 лет. А мама, она пошла работать сучкорубом. Уставала же сильно. А мы же дети-то маленькие. И... Времени-то для нас было мало, и потом ей предложили работать почтальоном. Почту это, разносила она и здесь, и там. А потом клуб, кому-то надо было организовать клуб, а в клубе была только одна техничка. А мама кончала лесотехникум, как бы у нее... Образование было, и ей предложили работать завклубом. В клубе отмечали все праздники, ставили спектакли и делали концерты. А еще танцы по субботам были до утра. На них, кстати, собиралась не только вся деревня, но и приходили ракетчики из военной части, что стояло неподалеку. Жили весело и дружно. В то время немцев из Поволжья в деревне было немало. Сейчас уже нельзя сказать точно, когда именно их начали ссылать на Белопашинскую землю, да только в начале 50-х их здесь было почти 300 человек. При этом их никто не притеснял. Вместе трудились на лесоучастке, вместе отдыхали, вместе жили. В одних домах и достаточно стесненных условиях. Вот Эльза Вельтер, она до сих пор, они уехали в Германию, но мы до сих пор с ними
как переписываемся, разговариваем по телефону. Вот на этой неделе разговаривали. Эльза, говорю, у нас праздник в деревне 400 лет. Вот она говорит, Господи, Господи, передавай всем большой-большой привет. И вот все немцы, которые жили здесь на Белой Пашне, они долго не хотели уезжать отсюда. И вот когда они уезжали в Казахстан, вот потом в Германию уехали, они все равно вспоминали, и если бы лес выделили, они снова хотели вернуться сюда, в деревню. Вот я одна, ну и Валя тоже русская, а остальные все немецкие дети. Вот это мы ездили на лесопосадки. Интересный подход был в деревне к трудовому воспитанию подрастающего поколения. При школе, которая к тому времени была уже построена, и возглавил ее как раз Василий Иванович Дьячков, вернувшийся с фронта, создали подсобное хозяйство, которое разводили и поддерживали сами учащиеся. Садили картошку, морковь, капусту, а на уроках труда школьники делали мочальные щетки, табуреты, скалки, толкушки. Все это, не поверите, продавали, а на вырученные деньги для нужд образовательного учреждения покупали, например, спортивное снаряжение. У нас, понимаете, как вот в городских школах эти всякие атрибуты были, и кони, и там и кольца, и турники, вот все это было. Лыжи у нас были, мы из дому не приносили лыжи. У нас они были куплены на школьные деньги. Решающим в судьбе Белой Пашни стал 1971 год, когда закрылся лесоучасток, и для взрослого населения в деревне совсем не осталось возможности заработка. Люди целыми семьями стали уезжать в поисках нового места для жизни. Многие, например, переехали в поселок Турлавы. Туда же вместе с семьей после закрытия школы в Белой Пашне перебрался и директор Василий Дьячков, продолжив там свое дело. А в 80-е и 90-е для Белой Пашни начинается новая веха. На базе деревни создается подсобное хозяйство Березняковского титано-магниевого комбината. Благодаря этому в населенном пункте снова появилась работа, приехали молодые семьи с детьми и была построена новая школа. Ее возглавила Валентина Малышева. В деревню провели линию электропередач. Также в населенном пункте построили водонапорную станцию, ферму, более 50 благоустроенных домов и мост. Да-да, мост появился в деревне лишь в 90-е годы. До этого времени добраться до нее можно было только на лодке, воспользовавшись услугами перевозчицы тети Паши. На попутных машинах мы ездили, а коль на попутной машине приедешь, придешь сюда, а кто будет перевозить? Вот и кричали: тетя Паша перевозит. 30 копеек платили и переезжали. Жители до сих пор называют свою деревню тупиковой, и в связи с этим у белопашенцев периодически возникают определенные сложности бытового характера, например, как провести сюда газ. Но с другой стороны, еще одно-два десятилетия назад Белая Пашня представляла собой этакий дикий островок посреди кипящей вокруг цивилизации. Здесь были прекрасные охота и рыбалка, а вокруг стояла просто звенящая тишина, и время будто остановилось. Когда уже я повзрослела, вышла замуж за Сашу, он сюда ездил в гости к друзьям, ему здесь очень понравилось. И он как бы сказал, давай купим на Белой Пашне дом. И самое интересное, что дом продавали на месте, где был дом наших дедушки и бабушки. И мы, как бы долго не думая, купили здесь дом в 1997 году. И вот с тех пор у нас здесь дача, здесь наши дети росли, здесь мама сюда тоже вернулась, бабушка Маша.
Точно так же, как и семья Дворяшиных, сегодня в Белую Пашню вернулись многие потомки тех, кто когда-то здесь жил, трудился, любил, создавал семьи. Приезжают и новые жители, возводят дома. Так в деревне застраиваются даже целые улицы. У нас более 150 домов. Строятся еще новые дома, появляются новые улицы, новые жители, дети. Это очень радует. То есть наша деревня, несмотря вот на такое, да, 400 лет, молодеет, можно сказать. Благодаря развитию промышленности на этой территории у людей снова появилась работа неподалеку от дома. Но жители все оглядываются назад. И в этой скоротечности современной жизни так хотят сохранить тот спокойный мир, когда-то созданный здесь в любви и согласии их предками. Пусть Нью-Йоркский Париж дарит низкий престиж, мне милей суеты разукрашена. Там на Яйве-реке, от столиц далеке, деревенька да Белая Пашня.